Так, смотрите, еще раз снимаю вам видео. Это вот то, что привезено из запчасти. Это, соответственно, цепь, натяжитель и один успокоитель. Дальше. Нету вот этого башмака, который на натяжной цепи. Нету верхнего успокоителя, который не дает цепи по крышке бить. Второй момент. На крышке передней два уплотнительных резиновых кольца, которые относятся к подаче масла. Если их не поменять, со временем просто давление масла будет пропадать. А так как цепь на этом моторе велосипедная, ну, просто кончится мотор. А так мотор чистенький. В принципе, Акора масло свое работу выполняет. Как-то так, Андрей. Так что завтра нужен будет либо вам заказывать, либо нам заказывать. Прокладку клапанной крышки и колечки, тоже дубовые. Прокладку помпы желательно тоже поменять, потому что помпа снимается, иначе крышку попросту не снять. Снимается помпа, отстегивается кондиционер, отводится в сторону. Вот.